матюки, убийства и голые сиськи. Не забудьте подписаться на мой канал Нубас. Самые интересные видео про игры только здесь. Ну что ж, всем привет, с вами я, Александр Сучков. Я приехал, сейчас поправлю браслет. Я приехал в одно место очень крутое, оно находится в Америке, ребят. Я все еще в секретном штате, ребят. Я здесь буду, наверное, до конца лета сидеть. Ну короче, вот куда я приехал. Вот я даже могу подойти посмотреть туда. Вот. Я все это сейчас сниму. Все это видео сниму. Кстати, тут недалеко до Gravity Falls ехать, ребят. Мы давно искали с Прученовым это место, ребят. Мы узнали, что оно находится в Америке. И, как ни странно, она, оказывается, находится там же, где мы живем. Ну, конечно, километров, наверное, 100 от нас. Я точно не буду говорить. Ну, типа 100, я точно уже не помню. 123 вроде, я не помню. Ну, дофига, короче, ехать. И, короче, вот, ребят, мы приехали сюда. Я вам сейчас покажу, там дальше, короче, ехать, если ехать. Еще несколько километров нам осталось. Мы приедем в Gravity Falls, но так как у меня зарядка заканчивается и на камере, и на телефоне, ребят, я просто забыл зарядить, потому что реально мы целый час ехали, потому что я половину из видео уберу. Ну, короче, вот. Короче, вот как-то так, я вам могу сказать. Потому что да, мы сюда доехали, тут до Gravity Falls чуть-чуть осталось, то есть через поле проехать. Через другое, то есть уже. То есть здесь везде уже поля, вот. Там поле. Там поле. Короче, везде поля. И проехать. Ну, вообще нигде нельзя. Мы на великах давно ехали. Ну, час, наверное, точно ехали, потому что сколько мы там километров-то проехали. Ну, короче, все, мы доехали до места. Осталось. Вот мы на мосту. Сейчас здесь стоим. Ну, короче, все, что осталось,
Так это доехать чуть-чуть там, сколько это, 30 км. И мы будем в Gravity Falls, но на камеру я, наверное, уже не сниму, потому что зарядка закончится. Я хочу все-таки оставить, чтобы звонить, если что. Поэтому у меня сейчас как раз 10% осталось на телефоне. Ну, короче, ребят, вот, короче, вот тут на маску чуть-чуть осталось там. Мы доезжаем, но я скрины вам подскриню просто. Ребят, я пофоткаю Gravity Falls, потому что снять я просто не смогу. Я вот там буду включать его, я сейчас просто выключаю телефон. У меня камера вот доснимает, там осталось зарядки тоже мало. Процентов я не знаю сколько точно, потому что я не смотрел. 53 вроде процента. Ну, короче, после этого, после того, как мы это сделаем, ребят, мы доедем, мы нафоткаем вам, мы покажем видео, я выложу себе ВКонтакте фото из этого места, из Gravity Falls, ребят, мы правда туда сейчас доедем. Ну, короче, это будет очень даже прикольно. Не знаю, вам, наверное, понравится. Ну, короче, вот тут я, ребятки. Я одел, кстати, браслет, ребят. Он очень прикольный. Хоть он и постоянно сваливается с меня, но это все-таки мой браслет. Ребят, короче, у меня отключилось видео. У меня просто, не знаю, у меня телефон глючит, когда он разряжается. В общем, ребят, что я вам могу сказать? Вот здесь я нахожусь, я еще раз покажу. Ребят, я сейчас селфи еще буду делать. Я вам все это скину ВКонтакте. В видео я это не буду скидывать. Но фотки только Gravity Falls я скину вам. Короче, ребят, доезжаем. И сразу я скину вам фотки. То есть у меня даже сейчас интернета нет на телефоне. Но, в общем, очень даже будет круто. Мы сейчас вот стоим здесь. Это даже очень прикольно. В общем, ребят, смотрите дальше это видео. Продолжайте просмотр. Не забудьте поставить лайк под видео, сверните прямо сейчас видео и поставьте под ним лайк. И напишите коммент, понравилось ли вам, как я съездил, или не понравилось. И продолжайте просмотр, потому что дальше самое интересное. В общем, сейчас продолжим наш просмотр. Ну что ж, ребят, я сейчас засниму еще. Вот, смотрите, где мы находимся. Я-то, блин, стекла. Блин. Окей. Короче, ребят, мы сейчас находимся, блин, сейчас обойду. Вот здесь мы находимся, ребят. Мы находимся еще на мосту, мы здесь отдыхаем сейчас, в данный момент. Вот так вот. Также есть вторая часть моста. То есть вот. То есть есть это. Вот. В общем, ребят, если в камеру попадут пальцы, это я не знаю, это я просто так снимал в данный момент. Вот сейчас я здесь нахожусь, веселюсь здесь, короче. Вот выезд из моста. Я туда просто дальше не буду подходить, потому что... Вдруг эта штука сломается, так что нет. Через это тоже интересно смотреть. Ну, в общем, ребят, продолжаем просмотр. Ну, а мы доедем сейчас 30 километров до Gravity Falls, ребят. Это будет очень круто. Телефон я сейчас выключу. В общем, доедем, я там селфи сделаю обязательно. Я там все сделаю, но, в общем, продолжаем просмотр. И, в общем, всем пока.